Так, мы сейчас находимся в точке предназначения Жени, и мы сейчас будем задавать Жене, находящейся в своем предназначении, вопросы, чтобы Женя, любая другая Женя и все субличности Жени узнали про настоящую Женю в своем предназначении. Расскажи, пожалуйста, если тебя нарисовать сейчас, на что ты похожа, когда ты в своем предназначении? Я похожа на большой горящий шар необъятного размера с миллиардами огоньков по краям, дышащий энергией. Это большая, огромное скопление энергии, которую я могу направить для всех, всем и каждому. С любовью и теплом, не знаю, с чем возможно это передать, я не знаю. Что еще? У меня начинается уже мыслительное. Какой характер у тебя, когда ты вот находишься в своем предназначении? Характер свободный. У этого нет характера, это полное слияние со всем, со всеми. Это то, что идет в потоке, это все, что возможно, все, что через меня возможно вообще. Это не что-то придуманное, это не что-то конкретное, это просто есть, просто вот оно существует, и я готова, я рада поделиться этим. И чего ты хочешь, что ты хочешь передать в этот момент? Любовь идет, ну, я не знаю, возможно ли это. Это сейчас нам не важно. Сомнение – это другая часть. Ты сейчас говори из той части, которая тотально находится в предназначении, без сомнений. Тепло, любовь, заботу, радость, восхищение, возбуждение, праздник, что-то такое здоровое, чтобы у всех затрепетало. Тебе приятно душа. Это передавать? Да, мне это приятно. Мне хочется видеть улыбки, мне хочется видеть горящие глаза, мне хочется, чтобы люди просто полюбили себя, каждый и каждого, и мы просто были, как и все, едины, любили друг друга, и несмотря ни на что, это было восхитительно. А ты в этот момент напряжена или расслаблена, когда ты находишься в своем предназначении? Напряжения абсолютно нет. Я, если захочу, его создам, но в этом состоянии у меня нет напряжения, у меня тело само, тело и душа, и разум, они сами двигаются в том направлении, куда надо. Я полностью во власти Вселенной. Как звучит твой жизненный девиз, решение, гимн, жизненное кредо? Я есть для всех. И ощущение в теле какое? Свободное, легкое, возбужденное. Где эпицентр вот этой свободы, легкости, возбуждения? Сейчас почему-то в первой чакре. Угу. И что бы ты сейчас хотела сказать вот той Жене, которая сомневается, не знает, возможно ли это, переживает, тревожится, говорит, да нет, это опасно, ля-ля-ля. Вот что бы ты хотела ей из своего предназначения, из своего чистого состояния, что бы ты хотела ей сейчас сказать? Ну, девочка моя, все возможно. Ты не бойся, главное, я с тобой. Ты же знаешь, что мы способны на все.